считаю, что первый день прошел очень даже хорошо, тепло. Вам понравилось? Кажется, да, да, в зале была очень дружественная обстановка. Мне кажется, что и прекрасные были танцевальные выступления, и шоу-программа на славу удалась. Как вы связываете спорт и танцы? Ну, наш вид спорта, он наполовину является искусством, а акробатика подразумевает под собой критерии оценки и определенную подготовку, как силовую, так и техническую. Поэтому, собственно, и сложность судейства, надо оценить общее впечатление, с одной стороны, танцевальное, и сложность трюков. Что вы можете сказать о перспективах развития акробатического рок-н-ролла в России и в мире, в Олимпийских играх? Самые радужные у нас надежды. На сегодняшний день Россия лидирующая держава рок-н-ролла. Я надеюсь, что если будет у нас наш вид спорта в Олимпийской программе, золото будет обеспечено в копилку России. С нами пара номер два. Ребят, представьтесь. Меня зовут Аня, фамилия Орехова, а это мой партнер. Калашников Роман. Очень приятно, я Катя. Скажите, ребят, какие ваши ощущения от выступления на сцене? Нам очень понравилось, все было очень красиво, замечательно. Очень понравились песни, артисты, которые выступали. Давно вы занимаетесь? Ну, я лично с 4 лет занимаюсь. Именно акробатикой, вот эту программу, мы танцуем первый год. Вот рок-н-ролл, саму акробатику, акробатический рок-н-ролл, мы танцуем первый год, именно где акробатика с трюками. Еще есть международка, мы ее танцуем 7 лет. А так, 4 лет я занимался именно акробатикой, где всякие... Там детские сальто, кувырки, вот такое. Но вы уже профессионалы своего дела, молодцы. А работаете вместе как долго? 7 лет. А скажите, а вот как так вышло, что именно вы стали именно танцевать вместе? Это родители решили? Ну, мы подходили по категориям, по возрасту, по весу, и тренер решил. Привет, ребята. Мы знаем, что вы очень волновались, и вы победили, добились своей цели. Скажите, как долго вы репетировали? Ну, не так долго уже, что репетировали. Ну, занимаюсь год. Достаточно уже высокий уровень у этого соревнования освещается СМИ, разными телеканалами. Были ли у вас до этого такие серьезные победы? Ну, конечно, было такое. Ну, один раз уже, да, мы завоевали тоже первое место только на соревнованиях. Но это было более как-то так торжественно. Сложно ли это вид спорта? Ну, это всегда сложный спорт, потому что репетировать надо всегда. Если репетировать не будем, провал.